Здарова всем, друзья, с вами DevilPlay, и на этот раз у нас игра под названием «Слово пацана». Внезапно, да, ребята, вышла эта игра на Android, и от тех же разработчиков, что Туалет Ва, Туалет Файта, я так понимаю, потому что именно объявление о том, что она вышла, именно у них появилось первое, так скажем. И плюс прикол в том, что я только что досмотрел последнюю серию этого сериала. Хороший сериал, на самом деле. Поначалу оказалось, что это какая-то ерунда, но потом... Ну, начал смотреть, и вроде бы, ну, хороший, реально. Не буду спойлерить, что там по этому сериалу, поэтому... Соответственно, посмотрим на игру. Поехали, да, давайте. Здесь сразу у нас есть магазин. Так. Он так стоит. Ага, короче, первый раз идет пальто. Марат уже более-менее с плюс здоровье, плюс урона. За монеты, за вот рубли, что ли, я так понял, да? Это что-то Иван Зола, что ли? Странно выглядит. Турбо. Потом зима у нас есть тут тоже. Батя. Батя. Тут больше похоже на какой-то, знаете, юмор какой-то, да? Этого же Бурунов, да, который? Так, Кощей. Вова. А, Вова, короче, у нас самый, типа, самый крутой боец, да? Дети. По сути, это те же самые, короче, агенты, да, из Туалет Файта. Поэтому посмотрим, что там будет. Кстати, в последнее время мне выходит в основном... Оп. А ну-ка. Надеюсь, не будет, как его, авторские права по музыке вот этой. А ну-ка, а ну-ка. Скинхеды какие-то нападают. А ну-ка. Ого, это... А, понял, понял. Какой-то Сулера. Это у нас типа босс, да? Мини-босс. Далее. Ничего себе, кажется, разная музыка будет играть. Вот это уже интересно, уже приятно. Давайте в меню вернемся. О, кстати, рекламы пока нету. Это уже приятно. Так, попробуем, что тут у нас. Прибавить... Здоровье было бы неплохо прибавить. А, у меня не хватает ни того, ни другого. Ладно. Что с ним? Все колбасит по пальто. Не по-детски. Ну, давайте. Так, подожди, подожди. Защиту встаем. А то капец. Понимаете? Если мы пропускаем удары, то это сильно критично, смотрите, сразу вынесли 8 хп мне. Выносим всех этих чушпанов. Так, 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 так. Надо тайминг уловить. И по одному выносить. Все, готов. Давай сейчас, типа, босс. Опять-таки, пера. А, блин. Рано отпустил это самое. И, кстати, при проигрыше нам не дают, ну, никаких очков, ничего. Ну, новые герои и так далее. Так, в меню давайте пойдем. Прокачаем немножко себе хп. Сразу 25 у нас хп. Ну, уже немножко попроще будет, да? Может теперь гасить их сразу. Вот, смотрите, без блока можно тебя гасить. И, в принципе, нормально все работает. Ну, согласитесь, так удобнее гасить. А то когда с блоком, очень много времени уходит на это все дело. Давай, опа, сразу гасим. Вырубили, да, сходу, да, тот даже не успел ударить нас. Опа, даже этот не успел ударить. Хотя, ну, мы два удара сделали, да, пока он лег спать. Блин, этого, конечно, не завалили. Короче, вот так и выглядит эта игра.
Интересно, будут ли какие-то тут новые, ну, так скажем, скиллы, да, у других. Еще сюда батю, конечно, приплели, я не знаю. Но выглядит это, конечно, забавно. Вот. А, в принципе, думаю, что можем на это заканчивать. Тут надо прокачиваться, понятное дело. Кстати, смотрите, тут еще какие-то боссы будут, да, в конце. Вот кастет нарисован, видите, в конце тут. Так, авторитет у нас 3. Опять-таки, насчет открытого мира пока неизвестно. Но игра только вышла, понятное дело, она еще только свежая. Вот, и надеюсь, что разрабы не закинут идею эту, да? Вначале было бы тоже прикольно, какая-то музыка играла бы. Ну, завелся у нас, видите, этот самый пальто. Знаете, никак не можешь успокоиться. Если вам понравилось, то прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал, прожимайте на колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Вот, буду, может, еще играть и попробую купить каких-то новых персонажей. Будем смотреть вместе. Поэтому обязательно подписывайтесь. До следующего видоса. Всем удачи, всем пока.